И, ну, смотри, неплохо так по мане проседает Паша. Да еще и Кингер с Аюшем рядом, но... А если Вижен? А если Вижен ставится с сентри, пошел Хек, Шеклс, Дрим дамажит, правда он по тауру, все-таки ему больно, свеш бакл, да еще и была потрачена Дримом ультимативная, в итоге Пашу забирает. Еще одно страдание, еще одна смерть, правда Мейден, проблемы есть по нему корни, также стоит по нему корона, нажимает пассивку, будет пытаться убежать, но сверху падает розочка, вторую розочку также Мейден встает, Рамзес пойдет скорее всего до конца, но тычка с реалма от Роджера и... Ответный фраг на флейнере оппонента, правда, Кингер. Динайт баунтер, ну, чтобы я не забрал оппонент. Пошла по нему, правда, корона. Роджер, Рамзес рядом, корона прокает. И Кодос. Успеет ли помочь? Кодос помочь не успевает. Уж очень быстро завали Кингера, правда, Роджера. Можно следующего звать? Нет. Роджер сейчас погибнет от Дрима с Кодосом. Эту дровку разрывают более чем легко и просто. Что ж, Роджер? В итоге пошел вслед за Рамзесом и погибает от... По итогу Дрима, от его иллюзий, которые здесь каким-то образом оказались. Но что ж, 11-8 счет в пользу имперцев. Возможно, у них была такая стратегия, что, ребят, мы давайте свои, да? Давайте тупо драться. И то, кто в драке победит, тот и, соответственно, победит в игре. Так, Кодос пошел от него ультимейт. Прыжок неудачный, правда, сбивает Нуна. Сбивает также Нуна. И на развороте пошел также Primal Split. Проблемы. У Нуна ставится также на него еще и змейки. Соло ветрах. И Нуна все-таки забирают. Соло ничем посадить своего мидера не смог. Паш также проблемы. Паш на него летит, что интересно, форчу сет. Но перцы будут, возможно, отходить. Либо вот пытаются убить Роджера. Кодос покатился. Брюмастер. Есть байбек, сбивают всех. Убили уже Роджера. Кодос. Очень больно соло, соло. Проблем, правда, есть Санис по Кодосу, но он был по читком, он армированный. Рамзеса тратит ультимейт в него соло, но закрыли, закрыли змейком, пытается, ну, своему кор-герою помочь. И Дрим в итоге разрывает вообще, ну, на погоне дальше за Рамзесом. Рамзеса тоже убивает, и, ну, пишет good game, well played. Вы тоже это видите, ребят? Героев Virtus Pro сразу же есть и по соло, врывается Союз в соло, пытается его быстренько довольно-таки убить. Правда, Сайленс хороший был от Нуна на развороте. Всех сейчас похоронят здесь игроков Team Empire. Мейден последний живет, но, соответственно, недолго. Да еще и в Юлах подняли Фурион. Фурион опускают и его тоже разносят. Как же идеально сыграл Нун. Просто одним Сайленсом он сейчас выиграл драку и, скорее всего, вот теперь уже, скорее всего, игру. Для ВП просто нажав одну кнопку. Рамзес даже буквально не стал юзать. Просто врыв в соло, его пытаются убить, и все герои Империи подают под Сайленс. А что нужно делать, думаю, юзать скиллы? Что нужно делать Эмбер Спириту? Юзать скиллы. Что нужно делать, ну, Шадоу Шаману? Юзать скиллы. Соответственно, эти все скиллы не юзабельны, потому что нечем сбить просто-напросто Сайленс. Это Тауэр у Империи падает, фортификейшн у них не имеется, и Баракин центральной линии также... Падает на 20-й минуте, в итоге отступает пока что Virtus Pro, пошел Dream, есть чайны по Паше, Паша, без Primal Split, правда, подрубает БКБ, Кодос начинает бить Роджера, Роджера больно, пошел Санизис Эклипс, правда, у Рамзеса также имеется Блэкин Бар, на нем висит Дум и пытается его добить, Паша, Кингер его дамажит, да еще и желательно бы убить сначала Рамзеса, Кингер от Рамзеса вообще погибает, а на нем-то Дум заканчивается еще... Учитывая то, что пайп очень хорошо работает. Байбек от Фуриона. Пошел Хекс. И последние тычки по Рамзесу. Он зря развернулся, иначе бы смог бы дать как-то Сандер после Дума. Но по итогу еще и Сона. Ну, то без разницы, ему скиллы сейчас связать не нужно. У него экзорцизм, самый главный спел. То есть на данный момент прожат. Тини, много дэмэджа от Кодоса. Кодос под Блэкким Баром. И он начинает также ДПСить Рамзес. Нет, ДПСит Рамзес туалет. Очень интересно. Ну что ж, Дум скоро времени на Нуне закончится. Паша в Primal Split пошел Сайленс на Кодоса. Кодос, о, простите, на Эмбер Сплита. Эмбер Сплиту больно, щелкает оппонента. ОД, но дэмэджа все равно не хватает. Рамзес есть от него Сандер. И Паша все-таки погибает, правда, от Кодоса. В это время Барак милишный последний падает. Рамзес после Астрала получает сетку. Нужно будет добить Барак. Что делает, собственно, Нун? Приходит еще Роджер, сбивает сетку. Шадоу Шаман отправляет его к Нуну, чтобы, наверное, еще Нуну он поддержал. Ну что ж, Аегис выбили. Аегис выбили из ВП, правда, и ставят. Все-таки есть мега-крипы. В это время проблема у Соло. Соло добивают. Пытается Союз догнать ДПшку. ДПшку держит. Держит помощь команды. ДПшку все-таки Союз убивают. Ну и Рамзеса также отправляет все-таки в таверну. Это тим-вайп от команды
А формат Рамзеса. Там также вошел экзест из Матнуна. Подрубается БКБ Мейденом. Есть дум по Брюмастеру. Брюмастера можно выбить. Также БКБ от Кодоса. Убили Пашу. Паша нажимает байбек. В это время Союз Бакенбара пытается убить Соло. Но Соло выживает. Сам Союз отправляется в таверну. В том числе Астраль от кого? Астраль от, похоже, что Тини. Нет, Астраль. Да, Астраль от Тини. Ну и ну. Продолжает дамажить. Рамзес продолжает дамажить. Стоят змейки и байбек. Также от Соло Мейден. Довольно-таки далеко вместе с Дримом поднимает себя. ДПшка в Юла, в это время умер Дум, но и ультимейт от ОД, который не наносит практически дэмэджа. Ну, все еще живет, Рамзес все еще живет, еще есть от него Сандер по Кингеру. Пытается Дрим как-то что-то сделать, за ним Паша с Хиксом, пошли криты, и Ренат не там стоит, где нужно. У Дрима, Дрим погибает, и... Преимущество Virtus.pro в нуле было. За счет байбека, за счет вот выигранной драки имперцами, но все равно мега крипы. Т3. Тавра. Ну, Т4 Тавр. Второй также падает с помощью Рамзеса Эмбера. Не имеется далеко Паша. Кстати, прямо успит-то вот у него имеется, потому что до этого был он в Думе. Щелкает еще раз Кодос оппонента, но выживает Нун. Выживает также Рамзес, вызывает при этом еще и Соло. Мейден Блокинбар пытается драться, но микрипов слишком много на базе. Рамзес есть еще один от него Сандер. Нун повыбает БКБ, бьет просто суки сифонами, и далеко довольно-таки заходит Мейден, Мейден погибает, и Дрим пишет good game well played. Все-таки вторую карту, как всегда, Virtus.pro. Punished Lina now, Vortex jumping coming in, nice stun with the Impale, Kuro still alive, and there's around Lightfragger and Laguna. But nice use of the False Promise just in time by Solo, the steal, Save says okay, but I refuse to die now, the clap's gonna come out, and Solo dragged towards his death. Keep the storm fine. Alive. Now the waveform through. Ramzi's still going. Wants to kill Naseu, and he'll find it. Split comes out, but way too late to save the life of the Rubick. And Ramzi's, he'll just walk this off. Magic Missile coming out. Wave of Terror. I mean, he can just morph back, and Storm is here. He's just waiting. He's wandering up, getting the max value out of the manner he can. And once they this split ends. Down Madden. Yeah. He realizes it's too late. They're going to dive in, slow him up. Vortex drags back into the burn, and he will feel death tickling at his feet. And also, obviously, the storm jumping in. The Nyx they know about. They've found him. By characterizing a little bit of time. Laguna got committed, though. They actually bait him in, going for the back line. And Kyle are in trouble. They're going to lose their Rubick. They've already lost the bench. Now pursuing for more. Ramzi's getting pretty low. Needs to be careful of Dream here. Switches back to the Morphling. And now he's going to go full strength. We'll wait for him away. They're wasting the BKB of the Terror Blade. All they got so far was the Nyx. They need more. No one stands up against this. He's going to back away now. Pasha stunned off. In trouble. He will get the egg out in time. They're going to focus it down. But there's the Vortex coming through. Is it going to be enough? They're going to be selling this up, Lina. She's dead. The egg is going to go pop. Terror Blade. He's gone. They don't even get a chance to get rid of it. Instead, it'll be VP getting rid of the entire. Expecting the burst damage from Empire quite a lot. Morphling is going in, but he's not going ham. So far, at they're least not respecting no one. The stun comes through. Kingar down to half HP. The Adaptive Strike gets the kill and save. Light Strike raised there. Kodos taking a lot of damage. Will go down. Now they're moving to the backline. Dream. He goes for the Thunder play, but it doesn't matter. The swap across from Kingar will save his life, but only for a few seconds. They wipe the entirety of Empire.